спасибо за вопрос. Конечно, сложно ответить на этот вопрос коротко, потому что мы в Москве рады всем. Действительно, Москва – это такой большой хаб, в который приезжают туристические, в который приезжают с разными целями, с целями бизнеса, посмотреть достопримечательности. Но мы должны ответить, что за последние два года портрет гостя Москвы сильно молодился. В основном более 60% приезжающих в Москву – это молодые люди от 20 до 35 лет. И, естественно, туристические предложения и сервисы, и впечатления, которые гости должны получить, ориентируются сейчас на эту аудиторию. Именно поэтому такие конкурсы крайне важны для поиска новых форматов, потому что туристическая отрасль очень чувствительна. Туристическая отрасль, вообще туризм, это больше про впечатления, про эмоции, про людей. И новые форматы, новые интересные предложения, новые опыты – это то, что сейчас очень необходимо нам для развития.